Когда-то давно я любил прекрасную девушку и собирался взять ее в жены. У меня приказ об аресте человека по имени Эдмон Дантес. Дантес предал нас. Пусть умрет как предатель. Это ошибка! Я не виновен! Ему сохранят жизнь. Но для всех он будет считаться мертвым. В чем мое преступление? Кто там? Кто вы такой? Меня зовут Аббат Фариа, Эдмон. Я храню тайну величайшего клада на земле. И я знаю, где он спрятан. Но на что ты потратишь это богатство? Будешь творить добро или позволишь ненависти наполнить твое сердце? Отныне я сам судья. И сам палач. Кто вы такой? Меня зовут граф Монте-Кристо. Потребуется много времени для тщательной подготовки. К чему? К мести. Дорогая, позволь наконец представить тебе графа Монте-Кристо. Альбер, что ты знаешь об этом человеке? Я не доверяю никому, и в особенности иностранцам. Я узнаю, кто этот Монте-Кристо. Откуда он? И чего хочет? У вас нет ни капли жалости. Они пожалели Эдмона Дантеса. Меня вы тоже принесете в жертву вашей мести. Нет! Это не месть, это правосудие. И если я откажусь от правосудия, я лишу себя смысла жизни. Граф Монте-Кристо.